Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Дар Риди, и мы играем в игрушку «Рыцарь в карауле», это вторая серия. Вот, мы, кстати, дошли до замка, круто. Так, и за выполнение миссии нам дают дополнительное золото. Так что же, можно что-нибудь прокачать. А, какой-то куб, я вот так и не понял. Decrease your hitbox какой-то. Так, ну это я понял, это автоматически здоровье восполняется, это здоровье лечится. Я предлагаю нам, может быть, дополнительную ячейку здоровья взять. Или же магнит улучшить. Давайте лучше магнит. Вот. Чтобы еще больше зарабатывать денег, предлагаю сначала магнит нам прокачать. Что ж, погнали. Замок, попробуем победить замок. А, 8 нужно, чтобы открыть замок, нужно 8 звезд. У меня есть звезд, давайте откроем. Там будет опасно. Так, какой-то жаб там. Ух ты, блин. Нифига себе. Офигеть, нифига сколько он снимает. Если он попадет. Лишь бы он меня не попал. Твою ж мать, попал. Еще один раз так и все. А здоровье-то у него еще дофига. Это мы быстро, ребят, сдулись с вами. Если он так попадет, сразу отнимается 3, по-моему. Надо его просчитать. А, вот, у меня все равно восполняется здоровье автоматически. Давайте просто не попадаться. Когда он краснеет, он прыгает. Чё с ним? Их стало 2. Нифига себе, это вдвойне сложнее. Теперь, я думаю, одного можно будет убить. Когда же у меня единичка пополнится? Уже должна. Блин, как он быстро топает. Восполняйся же уже. Наконец-то восполнилось. Все равно надо аккуратнее быть. А, блин, эпический босс. Так, тихо, следим за здоровьем. Вашу ж мать. Пипец мне. Ребята, это пипец какой-то. Они все быстрее и быстрее ускоряются. Один готов. Но он хоть перестал прыгать. Ух ты, денежки. Ух, неужели мы победили? Сколько звезд? Почему одна звезда? Я так и не понял. Как они подсчитывают это все? А, победили, и тучка развеялась. Теперь мы можем идти далее. Так. Дополнительная голда. За первого босса 30 получили. Теперь можно что-нибудь прокачать. Так, а мы хотели что с вами прокачать? Магнит до совершенства довести. Поэтому давайте я предлагаю
попробовать переиграть все-таки вот эту миссию. Тут вот какие-то задания, вот чтобы дополнительно надо килл 5 монстров убить. Причем они каждый раз, эти задания разные. Так, points, снайпер, килл 5. 5 подряд, что ли, убить? Давайте попробуем. Так, ну и где вы? Сколько же вас много? Вторая волна. Так, у меня больше нету ячеек. Третья волна. Кстати, 320 монет. Может, получится нам 400 таки собрать. Было бы круто. Мы тогда с вами все монеты собирали, которые вообще выпадают. Тем более дальше, я думаю, будет много монет. И нам все они пригодятся. Блин, все равно это отвлекает умение. Все равно одна звезда. Значит, что-то мы с вами не можем сделать. Можем пробовать босса победить. Так, дополнительные деньги 20 взяли. За то, что все умения использовали. Так, kill 5 monsters unit explodes. Do not take, взять damage. Damage взять. Давайте еще раз переиграем что-нибудь. Давайте первую самую попробуем переиграть. Это будет проще простого. Три легкие волны. Может, чтоб тебя, не знаю, ни разу не ударили. Все-таки ударили, потому что, блин, отвлекают эти способности. Так, уже вроде сосредоточился, способность использовал, и все. Умираешь.
Последнее нашествие. Как раз возьмем с вами магнит и продолжим играть. Думаю, мы с такими темпами хорошо с вами справимся. Летучая мышь постоянно мне ударяет. Еще бы проиграл с такими темпами. Вот она, летучая мышь. Проклятая. Которая все мне постоянно портит. Так, хорошо, аптечка. Еще одна звезда. Ну, две звезды заработал. Да, нормально. Сейчас, смотрите, сейчас мы с вами прокачаем магнит до максимума. И все у нас хорошо будет. Продолжаем играть. Ух ты, зима уже началась. Какой-то невидимый незнакомец. Так, три волны у нас тут. Пока сильно трогать ничего не будем. Монетки просто так и тянутся ко мне. Так, второе нашествие. Опять этот гном. Этот красный постоянно, блин, очень опасный. Нифига себе, тут сложно. Ух ты ж, блин. Как я еще жив-то. Вашу ж мать, вот этого в канале. Что будет дальше, я просто не представляю. Сердечко. А, вот, я понял, как сердечко восполняется. Скоро восполнится. Я шкалу увидел. Так. Сейчас восполнится скоро. Это красный гном. Как же они достали это уже. Да, блин, все. Держался до последнего. Так, это еще награда, это приятно. Так, ну что мы будем качать с вами? А, какой-то куб, скорость. Скорость damage. Пускай автоматически лучше здоровье пополняется. Мне, в принципе, этого будет пока нормально. Попробуем переиграть.
пока не торопимся сильно. Хорошо бы еще дамедж прокачать, чтобы их быстрее убивать. Ну и где вы? Я еще жив, я думал, я умер просто. Да, замечательно. Тут надо постоянно бегать. Сколько осталось? Последний? Последний наплыв. Погиб. Так, что мне дали? Какую награду? Так, еще 20 монеток. Так, дополнительное здоровье, спид, скорость к дэмэдж. Давайте какой-то бокс возьмем. Может быть, он нас спасет. Ребят, держимся. Конечно, лучше бы, в принципе, ячейку здоровья нам еще дополнительную. Живем. Кстати, он, по-моему, сам взрывается. Если я его не взорву, он сам со временем взрывается. Ну, этот красный. Ух ты, новый левел. Значит, мне что-то должны еще дать. Ну сколько мне еще держаться? Так, блин, из-за аптечки чуть не умер.
Сколько у вас еще тут осталось-то? Так, дополнительную звезду взяли. А, все равно одну звезду заработали. Ладно, ничего страшного. Что я предлагаю с вами взять дополнительную жизнь. Теперь у нас будет еще больше, теперь по 6. Попробовать в хардкор поиграть. Давайте попробуем выиграть сейчас хардкор. Сейчас у меня больше шансов. Сколько я должен, интересно, продержаться? Нифига, вас там много. Не, пока что-то мне это сложно. Скорость демейдж. Давайте улучшим скорость демейдж. Продолжаем. Ну и где все? Надо уметь еще уворачиваться от них. Ну все жарко, очень-очень жарко. Быстро погибаем, быстро. Так не пойдет. Ладно, может быть хардкор все-таки победим. Нужно бегать по кругу. Просто ждать, может, способность откроется скоро. Я уже не знал, как от них деваться. Где моя последняя способность? Когда это закончится? Это вообще когда-нибудь может закончиться? 161 набрали.
Good eat. Хорошо сыграл, типа. Давайте время прокачаем. Это, видимо, как я буду бегать более быстро. Да, я стал быстрее бегать. Может быть, слишком быстро тоже плохо бегать. Блин, тут реально сложно. Я даже не знаю, какую тактику придумать. Это только первое нашествие отбили. Я не знаю, сколько там еще будет. Блин, кто ты, что ты? Третье нашествие я уже не переживу, ребят. Хоть бы третье было легкое. Погиб, как ни печально. Так, ладно, на этом завершим нашу серию. Вот с вами был Дариди, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх и ждите продолжения. Всем удачи, ребят, всем до скорого, пока-пока.